Не надо, не надо, не надо их звать, не надо звать, не надо, не зовите их. Пускай бродят, ходят. Неделю стоит. Сейчас рыжий начнет эту самую половецкую пляску. Потому что билибонс, потому что пиратская морда. Таракана какого-то нашел. Так, только не звать их. Такая фотка должна быть. Давай в рядочек. А взяли бы для стоек мяско там что-нибудь сыра такого? Взяла. Дрынь. От мелкого куда подсунуть здесь кому-нибудь в смоленке, чтобы его запутовывать и не выставлять. Так, не звать, не звать только их. А дома ж такие деловые. Уши колотятся на ветру. Кабель мелкий ржачный вообще. Ну. Он очень классный. Смотри, какой он квадратный. Мордатый, шастый, волосатый. И квадратный. Квадратный, с плечами, с хорошим. И вот он будет яркий-яркий, скорее всего, темный такой вот. Ну, такой ближе к шоколаду. Да. Я сначала думала, что шоколад, но шоколаду неоткуда взяться. И он, когда мы вчера его фотографировали, он прям стоял, вот ровные лапы, и задние, и передние. То есть видно. Он, видишь, как? Нет, ржачный. Хороший ребенок. Рыжий, он больше мекин такой ребенок, он будет покрупнее. У девки тоже, в общем, морда неплохая очень. Но она попроще. Да, она вот, видишь, без изюминки. Но она не купит. А? Не купит. Ну, понимаешь, как кукольность сейчас, она, в общем-то, это ж Нью-Йорк.